Новый Майнкрафт там вообще, там говорят, с этим сделали с адом очень многое. В общем, там ад интересный, теперь там очень много всего, там типа, очень много контента. Ну, мне бы тоже на месте разработчиков было стыдно получать с Майнкрафта миллиардные прибыли и знать, что, типа, блин, левые чела, которые делают моды бесплатно, они игры развивают твою игру в 5 раз круче, чем ты ее развиваешь. Поэтому я бы тоже на Это их месте сильно раньше стыд постарался бы. не мешал никому вообще. Не знаю, сейчас. Да сейчас тоже нас, блин, раньше вот говорят правильно, что типа трава была зеленее и так далее. Сейчас на сами то же самое херня, только дело не в траве, а именно в том, что два медведя сожрали одну овцу вдвоем, хера жесткие. Все дело в этом, да, я согласен. А, дело в том, что, короче, это, ну да, в этом именно. Как тебе объяснить? Пчелка вонючая летает, мешает, сбивает меня с мыслей своим жужжанием. Дело в том, что время, короче, уебищное. То есть, например, сейчас, типа, вот не делают новые части игр, делают ремейки, блядь. Это же гораздо проще, когда ты берешь за основу свою старую, никому не нужную нахер богу игру, и просто допиливаешь там графон. Как, например, Resident Evil сделали ремейк 2, сделали 3, анонсировали 4 Resident Evil, блядь, потом еще 5 наверняка сделают ремейк, а там до 6-го, 7-го доберутся, чего нет-то. Это же гораздо проще, чем сделать Resident Evil 8. Это странно, потому что пятый не нуждается в ремейке, а уж шестой тем более. Ну да, ну так пока они допили до четвертый, пока выпустят, там уже этот, как его, Мы в пятый с тобой на компе же уже играли. устареет, ну да, естественно. И там вообще И потом никаких второй изменений. резидент, например, ой, второй резидент, кстати, получился топовый, они хороший сделали ремейк, прям качественно, реально постарались, молодцы, на славу. Но третий резик, это просто какой-то высер, знаешь, это просто реально, типа, на волне успеха второго ремейка, они, типа, просто по-быстренькому, на скорую руку, вот так вот, быстро залатали, типа, третье. В итоге это даже не полноценная игра. То есть по сравнению с третьим резидентом, там выделено, ну, короче, выпилено где-то примерно процентов 60 контента. Процентов 40 только осталось. То есть она короче гораздо, чем оригинальный третий резидент. Там нет половины локаций. Я смотрел летсплей у Шуса, например, короче, он типа идет там по локациям. И такой, типа, лол, чё, говорит, в смысле, блядь? Типа, я сразу попадаю сюда, в эту локацию. Нихера себе, типа, где еще 2 часа геймплея, говорит, до этой локации, которые были в оригинальном резиденте. Типа, что за херня? Не, ну понятно, Ну, это тогда бред, ну это говно, просто бред, конечно, надо короче, хотя бы вот. контент сохранить, что за бред вообще. Ну и, короче, типа, а при этом, ну, как бы, стоит-то она как оригинальная игра, типа, ни херовых денег, естественно, вот, как бы, никто тебе бесплатно-то ее не отдаст, ну, по крайней мере, сразу после выхода, может, спустя пару лет она в Epic Games Store появится. Ну вот, ну а так, типа, ну, короче, реально, это вообще, я считаю, такой фарш, честно говоря, просто и плевок в лицо фанатам и вообще всем, кто играет в игры. И таких очень много, то есть, Resident Evil, что там еще, вот Мафию анонсировали, Тони Хаук Про Скейтер анонсировали, еще там кучу-кучу игр, короче, ремейки именно, не новые части, а именно, блядь, переделку старой. Ну, это, конечно, здорово, но, блин, а где, Хорошо, сука, что новая игра? единственная игра, фанатка, чего я являюсь, и она уже давно запорота Fallout 76. И я ничего не жду вообще, ничего. Ну я вот тоже, я еще после Watch Dogs, когда я первый Watch Dogs выходил, я помню, блин, свои ожидания, я прям так на эту игру дрочил, прям наяривал, я так ждал ее, так надеялся, что это будет просто охеренный шедевр, потому что после первой демонстрации на E3, в каком-то там еще далеком 15-м там, или каком-то там, 14-м году была показана первый раз, мне на то время казался такой прорыв по графону, по возможностям, такой охеренный трейлер, думаю, ебать, и типа обещали, что прям я смотрел прям полноценную эту E3, и говорят там типа разработчики, да, это типа реально in-engine footage, то есть типа это не наебалово, это именно так, как будет выглядеть игра типа на релизе. Угу, конечно, блядь. Я купил PlayStation 4, Оказалось. на плоечку четвертую за 3 косаря, блядь, чтобы меня ничего не лагало, нахуй, предзаказ сделал еще, оформил, блядь, заранее. В итоге, как мудак, блядь, в час ночи она вышла, и в 2 часа ночи, я уж не помню, по-моему, в 2 часа ночи, да. Я, сука, дождался, сел записывать первую серию сразу же, короче, чтобы, типа, этот, на релизе прям, да, хайпануть, чтобы, типа, показать зрителям, типа, и самому кайфануть от игры. В итоге, блядь, после 50 минут игры мне, короче, пишет, типа, а игра еще не скачалась до конца. Она штука вышла, типа, она еще докачивается. У Epic есть такая просто функция, типа, можно играть, пока игра докачивается. Но только какую-то стартовую локацию, грубо говоря. Так что, короче, нахуй ждите. И поскольку, блин, игра только вышла, и весь мир ее сразу качает одновременно с серверов, а до этого нельзя было предскачать ее заранее. То есть, не чтобы, допустим, сделали, ты заранее ее скачиваешь, но просто не может запуститься, допустим, потому что не хватает там пары мегабайт, которые потом докачиваются во время релиза. Нет, блядь, они во время релиза всю игру дают возможность скачать сразу. В итоге, короче, сервера были дико перегружены, я до 5 утра, сука, ждал как мудак, чтобы записать первую серию до конца.
чтобы хотя бы ее там часов в 6-7 утра выложить. И как я разочаровался, насколько игра оказалась говном, говна, говнище по сравнению с тем, что нам анонсировали. Просто уебищное говно. И вот с тех пор, помню, короче... хайп и о том, что игра говно. Я помню это все. Ну вот и с тех пор просто я... вообще весь мир, по-моему. Ну так да, это понятно. Просто с тех пор это стало для меня таким большим уроком, и после этого, короче, я никогда больше... О, кстати, у этого большого дерева еще и в горах среди леса деревни прикольно заспавлены, вообще классно. Так вот, короче, после этого, типа, я для себя строго решил, что никогда больше от игр я ничего не жду, не смотрю на какие анонсирующие трейлеры, и ну его нахуй, вообще не слежу за этим всем. Выйдет игра, поиграю, понравится, не понравится, то есть, типа так. А вот так уж ждать, и потом, чтобы в итоге разочароваться, ну нахер это надо, да. Вот. Да, я согласен. Есть игры, которые, например, я прям покупаю в раннем доступе. Типа, это был, я не помню, Grim World и в раннем доступе, который или нет, но вот, например, его бы я взял за... ну, на него никогда не было скидок, то есть его купил и не шляю никак. Вот. Grim World, что-то такое видел, слышал, но сам не играл. И даже не смотрел ничего. Не факт, что тебе понравится, я, но... Я типа видел просто, короче, это такая кусочница. Одного летсплейщика есть по ней несколько стримов, и я такой думаю, блин, нифига, типа, он просто обычно пилил только по зомбойту, короче, видосы, типа, стримы. То есть, ну вот это зомбойт не сильно похоже, но там есть общие перекликания, типа там выживание, вот, когда ты выживаешь, единственное, зомбойт ты, ну... Типа, я такой думаю, ремонт. На фоне другой, в зомбойте ты контролируешь человечка одного, а там будет их больше, типа. Ну, ты спасен, тогда... Джонни. Ты можешь выйти на улицу.